того, как ваш клиент, если вы собираете анамнез, и вы понимаете, он вам говорит напрямую, что перенес инфекцию, но не прошло месяца, вы категорически запрещаете проведение следующих перечисленных методов. Это ботулинотерапия, это мейзлотерапия, это лазерные шлифовки, это срединные и глубокие пилинги, конечно же, проведение контурной пластики, то есть введение филлеров. Ни в коем случае нельзя ставить мезонити и проводить микродермабразию, либо любую дермабразию.